Аккомпанемент вдохновения одарил счастьем и радостью своим выходом. Вот столько в нем праздника жизни ощущается в каждом звучании. А сам ритм, он словно рассказывает об этом состоянии, об этом чувстве вдохновения, как оно живет, как оно действует. Это слышно звука гитары, насколько она окрыляет своим звучанием, вдохновляет и наполняет этими прекрасными чувствами, которые поется в песне, и вот она рассказывает об этом. И еще песня поется о переменах, и вот здесь это явно открывается, какие это перемены, к чему они ведут и как их можно встречать. С каким чувством, с каким состоянием принимать эти события и вот куда они ведут. И вот ощущается, что вот эти перемены, они обязательно ведут к прекрасному, к светлому, к доброму, ну, как это поется в песне. И вот огромная благодарность за вот такое состояние, которое дарит аккомпанемент. И радость, и вдохновение, и ощущается здесь, и любовь живет вот в каждом звучании, живет любовь, и счастье жить вообще в таком состоянии, которое дарит музыка. От этого огромная благодарность. Спасибо.